Строительство перинатального центра вышло на завершающую стадию. Рабочие приступили к монтажу оборудования, в том числе и высокотехнологичного. Установкой и тестированием устройств занимаются инженеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока. Какие возможности откроют новые технологии перед якутскими врачами и как проходят завершающие работы в центре, расскажет Саргалана Захарова. Установка оборудования в операционных блоках уже почти завершена. Впереди 2 недели на тестирование устройств и обучение персонала работе за ними. Такие высокотехнологичные оперблоки будут расположены на каждом этаже перинатального центра. Здесь и автоматизированный операционный стол для рожениц, неонатальный столик для младенцев и оборудование для экстренной помощи. Аппараты, которые вот здесь рядом вы видите, это современные, абсолютно недавно разработанные технологии российского производства. Те, которые апробированы и использованы для безопасности проведения операции, все-таки мы сделали так, чтобы оборудование было не только российским, да, но и в том числе импортного производства. Операционные отвечают всем современным требованиям, отмечает Людмила Вербицкая. Есть отдельные комнаты для подготовки к операциям как персонала, так и самих пациентов. Стерильность в зале поддерживается благодаря специальным покрытиям всех поверхностей от пола до потолка. На них не скапливается грязь, и благодаря специальной обработке стены имеют возможность самоочищения. Это последнее слово техники, в том числе и модульные операционные, они сегодня монтируется не только в Российской Федерации, но это та технология, которая идет для обеспечения медицинской помощи и в других, в том числе зарубежных клиниках. Перинатальный центр должен принять первых пациентов уже в январе-феврале следующего года. Планируемая его мощность – 115 посещений в смену консультативно-диагностического центра. Также в нем будут расположены 130 коек для рожениц и отделение патологии новорожденных и недоношенных детей на 40 мест. Медицинский персонал будет состоять из 500 сотрудников. Сейчас идет их переподготовка и обучение. Подготовлено очень большое количество специалистов как среднего, так и среднего персонала, так и врачей, которые обучались не только, скажем, на базе нашего медицинского института, медицинского колледжа, но и за пределами в ведущих клиниках и центрах России. Строительство одного из самых крупных перинатальных центров Дальнего Востока подходит к концу. Оно длилось ровно 36 месяцев. Общая его стоимость порядка 4 миллиардов рублей. Из них почти 1/3 часть – расходы на современное оборудование. Оно позволит улучшить не только качество предоставления медицинских услуг, но и даже при патологических случаях поможет женщинам познать радость материнства. Саргалана Захарова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.